Давным-давно какой-то хан уехал с нукерами в дальние края. Там он полюбил красавицу и забыл о родном крае. А брат хана посылает к нему гонца, чтобы он вернулся домой. Хан прогнал гонца. Тогда брат посылает к нему второго гонца, который молча вынул пучок травы жусан из родного аула и преподнес хану. Хан понюхал траву и заплакал. Вспомнил он, как бегали они босиком с братом по степи. И хан вернулся домой. Вот так. Жанардым отын жаулаған, жыл сайын өсіп қаулаған, жусаным қандай туған жер. Балалық шағым аунаған, далам бұл құшағай қарар, желбірім желмен жайқалар. Жарықтық исай жусанның, жаның бір толқып жайтағар. Далам бұл құшағай қарар, желбірім желмен жайқалар. Жарықтық исай жусанның, жаның бір толқып жайтағар. Тағдырым саған табыны, жетелеп алдан табымы. Оралам жолдан өлкімнің, жусанды исін сағыны. Балықсы балған гүл шағы, аңсарым шөлдеп сусарым. Аунасам жанға батпайды, туған жер қандай жусаны. Балықсы балған гүл шағы, аңсарым жүлдеп сусарым. Аунасам жанға батпайды, туған жер қандай жусаны. Как дивно пахнешь ты, полынь, земля родная, я твой сын. Сколько к этому деду ездить будем, а? Сколько надо. Ай, надо, ай. Постап. Не пролей. Где же эти лекарства? Только недавно видела. Когда ищешь, никогда не найдешь. Уплай, пойди. Иргашам, погляди! Это врач нам оставил. Какие-то таблетки. Сама вижу, что таблетки. А сколько стоит? 10 рублей. А это? 17 копеек. Вот как. 1 копейка. Я так и думала. Конечно. Если бы наш дед был бы генералом. Или хотя бы директор совхоза.
Так, наверное, ему на самолеты с неба настоящего профессора спустили бы. Как в прошлом году нашему директору. Ему-то дорогой лекарства давали. Такое редкое только для стариков. Наши женщины говорят, таких хороших лекарств нигде не достанешь. А ему-то. Все-таки достали. Как она называется? Я не запомнила. Но люди говорят, очень дорого стоит. Тогда дедушка не умрет? Директор-то живет. Что ты ищешь, Иркишан? Кажется, дедушка деньги собирал на урожай. Да не там они. На свой праздник. Деньги должны быть где-то здесь. Я из его пенсии потратила на чай, сахар. Недавно приезжала автолавка, я ему купила рубашку. Вот, остальные все здесь. Не знаю сколько. 51 рубль. А куда ехать? Где покупать? Что? Ну, это самое, главное лекарство. Уевай, ты же еще маленький. Не выдумай всяких глупостей. Это лекарство не для нас. Люди говорят, если все продать, такой дом, овец, бычков, тогда за такие деньги можно купить только одну таблетку. Да? Воды. Сейчас. Чернеешь. Тебе хорошо. Но ты ничего не понимаешь.
где Ергеш? Он скоро придет. Здравствуйте. А ты откуда такой взялся? А? Здравствуйте. Здравствуй. Вы всегда чай готовите? Или по очереди? Я самый младший в артели, так что приходится мне. Как полынь уродилась? Как тебе сказать? Не очень. Истоптали степь машинами, химией потравили. Полынь, трава крепкая. Сейчас и тяжело. Только вряд ли на всех хватит. А вы здесь надолго? До самой осени. А сколько за полынь лечебную заплатят? 1000, может, выйдет. На всех? Да ты что? Каждому. Да, это мне подходит. Эй, хватит валяться. Тут нам в артель новый работник набивается. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Привет. Ты смотри, какой шустрый. А? Ну, это мы с ним быстро сварганим, братцы. Бонжур, приятель. А я и не набиваюсь, товарищ. Я просто предлагаю. Ну и что же ты предлагаешь? Могу дерьмине жать. О, а еще что? Сурпу готовить. Ну. У меня инструмент есть. Вот он. Ну-ка, дай сюда. Посмотри. Вот эта вещь. Продай, а! Продается. Принимайте меня в артель. А за кого ты себя принимаешь? За целого человека? Да ты посмотри на себя. Ну что, будем его считать за полчеловека? Много будет, за четвертинку. А если снять с него шляпу, то останется один голос. Отдайте, дедушкин сер. Да отдайте же. Отдай. На. Возьми. Извини, пошутил. Смотри, достойный парнишка. Thank you.
Чайник, я понимаю, чтобы чай пить. Но зачем взял сироп? Что взял? Сироп. Сироп? А, вот оно. Вот оно что. Неужели этот дурачок пошел к дерьменщикам? Я не думала, что он поверит в это главное лекарство. Дедушка, дедушка, верни их. Их уже никто не вернет.
Это ты меня всю ночь пугал. Как ты сюда попал, дурачок? Иди, иди, иди. А, замерз. Ну, я тебя сейчас согрею, маленький. Ну, я рогатка. Здорово. Меня зовут Амаш. А как зовут тебя, хозяин? Ергеш. А, Ергешан? Ты нарушаешь законы степного гостеприимства. Так гостей не встречают. Пошли. Ну, пошли. Резиденция шикарная. Ничего не скажешь. А ну покажи. Как ты терпишь? Вот здесь есть все, что необходимо молодому джентльмену вдали от цивилизованных центров. Вот так.
Давай лапу. Далее от чего? От всего. Ты кто? Врач. Готово? А как у нас насчет перерыва на обед? А? Я сейчас. У меня своя машина на резиновом ходу. Я директор магазина, покупаю, что хочу. Ангар-ангар-ангар-бай, быстрее лавку открывай и товары продавай. Давай, 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 Ребенок хорошо кушает. Мы утром уходим, вечером возвращаемся. Все хорошо, вот только за тебя беспокоимся. Может, пора тебе домой ехать? Я не могу. Тогда он будет совсем один. Может, лучше, если мы его к себе заберем в наш дом? Я говорила. Он не пойдет. Хочет умереть в своем доме. Люди удивляются. Говорят, почему именно ты заботишься о больном старике? Ведь он же нам совсем не родственник, совсем чужой человек. Пусть говорят. Говорят, что он платит тебе большие деньги. Вот ты и ходишь туда. Совсем с ума посходили. О доброте забыли. Одни деньги на уме. Что там случилось? Завялов, объясни ей. А, черт, невезение. Ну что случилось, апа? На дороге встали, это кино едет. Нам потерялся нам мальчик. Его зовут Ергеш. Что? Ергеш, Ергеш его зовут. Ергеш. Если увидите, скажите, я его ищу. Ладно, ладно, сейчас. Мальчик, поехали. Вот такой маленький. Если вы увидите, ну, скажите, поехали, что я его ищу. Он потерялся. Не хорошо. Вы не забудете, а? Я понял. Исенбиде брденкеен, комарова кетеен, менсетеен, эксерен, малтак толканын көрейен. Мен кетейін, Комаровага, мен жетейін. Мен кетейін, мен кетейін, Комаровага, мен жетейін. Сол теңізде мен боламын, өзім қайық бадаласын, өзімді өзім мен табамын, байқамай батып кетсем. Мен кетейін, мен кетейін, Комаровага, мен жетейін. Мен кетейін, мен кетейін, Комаровага, мен жетейін. Пол второго, удираем Комарова, удираем Комарова! С корнем не рви, а то больше расти не будет. Ну ты философ.
На. Молодец. Ергеш, иди отдыхай. С ним-то ничего. А что с тобой случилось? Что ты тут делаешь? Работаю. Работаю? И ты долго собираешься работать тут? А? Мне заплатят деньги. Много. Я найду это самое лекарство. Дурачок ты, дурачок. А в чем, собственно, дело, уважаемый? И что с ним может случиться вообще? Мы с ним обо всем договорились. И потом, он тут не один. А вот взгляните, вот там мы живем. А здесь рядом вода, лес, природа. Но случись что, тогда Ула рукой подай, а там люди. О, Создатель, дедушка скучает по тебе, пойдем домой. Апа, вы идите, идите, я скоро. А этот парень вежливый. Ему нужно привыкать жить без меня. Он правильно поступил. Он много работает. И уверен, что заработает на лекарства, которые обязательно вылечат вас. Колонан, он верит в это. Нельзя отнимать веру. Мальчику нужно отдохнуть. Вскоре ему в школу пора. Хорошо, что его здесь нет. Ну, я пошел. Амаш, ты куда? Пора работать. Отстань. Thank you.
Эй, старики, до почты далеко? У нас здесь все близко. Здравствуйте. Здравствуйте. С Чим Кентом можно поговорить? Можно. И по-срочному можно? И по-срочному можно. О, у вас даже отдельной кабины нет. А зачем нам кабина? Тут все свои. С девушкой будешь говорить? Ну, допустим. Так я выйду. Буду вам очень благодарен. Говорите. Ты что, мальчик, сидишь? А у вас бумаги есть? Карандаши, марки? У нас все есть золотой. Журналы, как в Алма-Ате. Даже фломастер есть. Погоди, человек с девушкой говорит. Понял? Ага. Да нет, все в порядке. Кавказские горы на высоте. О, снег на трассах приличный. Батя подарил мне фирменные лыжи. Австрия, Blue Star. Да как тебе сказать, компания подобралась сносная. Отец и пара его дипломатов. Два француза и итальяночка. Да, кстати, я тебе здесь подобрал колечко. Ну, конечно, привезу. Слушай, какие кавказские горы? И где тут у нас снег? А может, у них такая игра? Друг другу врут, чтобы посмешнее было. Думаешь? Интересно. Алло! 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 Девушка, я не договорил, алло! Алло! Черт. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Порядок. О нас думают, нас ждут и, кажется, немножко любят. Вперед! Какой горный санаторий? Колхоз имени Парижской коммуны. О чем ты думаешь, а? О солнце. Оно светит всем. И не делят людей на плохих и хороших. И все люди до этого должны быть хорошими и делать добрые дела. Ты многого не знаешь. Знаю. Мне дедушка говорил, что добрые дела никогда не умирают. Он много знает про батыров, которые жили давно, а люди их помнят. И про нас будут помнить, если делать хорошие дела. Философ? Я не философ, я просто так думаю. Yeah.
ғашықтың жарасай. Ну ты знаток. А знаешь, что у полыни есть еще и другое название? Какое? Артемизия. Вот послушай, говорят, что у царя Мавзола была жена, которая якобы излечилась вот этим растением. И в честь нее так и назвали траву Артемизия. Ага. А еще, кроме шуток, Артемис в переводе с греческого значит здоровый. Выходит, крути, не верти, здоровым расти. Выходит, а в здоровом теле здоровый дух. Больно. Подожди, подожди. Очень глубоко залезла. Не дергайся. Ничего не соображаю. Ровно 3 недели назад мы провожали нашего Омаша к его папаше отдыхать на кавказских курортах. И что же мы видим? Все ясно. Я не понимаю. Если тебе нужны были филки, дублоны, почему ты не попросил их у нас откровенно? А? Я давно подозревал, что ты разгружаешь вагоны, метешь, разносишь газеты. И все это только для того, чтобы похрустеть червонцами. Зачем тебе это надо было, Омаш? Родненький ты мой. Как ты меня нашел? По запаху трудового пота. Хватит! Боже мой, как противно и стыдно. Поехали. Тони, твои друзья? Друзья? Омаш,
Амаш! А? Что? Ты плачешь? Тебе показалось. Я тоже в детстве плакала. Мама говорила. А проснусь, ничего не помню. У нас в интернате тоже есть компания. Куда меня не берут. А я и не набиваюсь. А эти? Фу, приехали да уехали. Кто они? Пыль на ветру. Пыль? Хотел бы я быть такой пылью. Они сумели родиться вовремя. В нужной семье. У очень важных и нужных кому-то пап и мам. Тебе так сильно хочется быть с ними. Что поделаешь? Хотелось мне все хотелось. Их музыки. Их разговоров. Входить в их дома. Быть как они. Знаешь, вот я и придумал себе целую жизнь отца, такого старого и седого, который все время живет за границей. Такого, как у них. Они признают только своих из своей стаи. А она тоже такая? Помолчи, а? Спи. Я приду сегодня поздно. Композитор, принимай. Эй, я тебя жду, жду, где ты был? Место хорошее нашел. Какое место? Полыни навалом. Вокруг нас сплошная пустота. Все подобрали. Так что я теперь днем буду отдыхать, а работать ночью. А ты дом стереги. А то вкалываем, вкалываем. Никакого толку. Собираем, а все чуть-чуть. Я сейчас арбу в аул отведу. И мигом, мигом обратно. Нет, давай я отведу. И мигом тоже. Нет, у меня с хозяином свои счеты. А ты иди кушать готовь. Есть охота? Да ну. Давай, давай. Отряд, колонна подвод, остановись. Ванна, кислород, сауна, вперед. Не вставать, вперед. Станаха. Ой, смотрите. Что такое? Смотрите. А!
Что ты смотришь? Будут у меня эти проклятые деньги. Я им еще такую симфонию сыграю. На червонцах. Они сами ко мне приползут. Знаешь, как они эту музыку уважают? Уважают. Что ты говоришь? Амашага! Отведи. Отведи Арбуаул. Куда? До моста. Дальше эта скотина сама дорогу домой найдет. А ты? Быстрее. Быстрее. Пока не рассвело. Равшан, ты случайно в ауле не видела чужих? Нет, не видела. Черт знает что. Третью ночь кто-то уводит моего ишака, берет арбу, а утром бросает у моста. Попадутся мне в руки, шкуру спущу. Одно непонятно, почему им нужен именно мой ишак? Что тебе, мальчик? Йод. Йод? И бинт. Километр бинта и ведро йода хватит? Отдай ему. Почему именно мой ишак? Помоги. Ты вор, Амаш. Вор. Удивил. Ты что? Думаешь, что я только для себя стараюсь? Для тебя. Для твоего деда. Ну, подумай сам. Что для тебя дороже? Здоровье и жизнь твоего деда? Или... Да не бойся, ни черта нам не будет за эту травку. Другие вон какие дела творят. И ничего. Ты думаешь, нас с тобой не обворовывают? Нас? А кого ж еще? И в магазинах, и на базарах. Повсюду. Почему у них есть все? У них. Вместе с их детишками. Так что считай, что мы свое возвращаем. Я не хочу и не буду. Подойди. Подойди. Ближе. Перевяжи. Ты все равно вор! Вор! А ты кто? А? Ты не догадывался, откуда я все это доставал? Хорошо. Это я знаю, что ты дурак. А спросят люди, что ты им докажешь? Ты вор, парень. Такой же, как и я. Иди, принимайся за дело. Ергеш! Ергеш! Иди чай пить! Хватит дуться! Сегодня они меня фиг поймают. Жди меня, и я вернусь.
Шайлау жанның жайланар, анамдай сүйіп аймалар. Туған жер бар далаңа, жететін бақыт қайда бар. Таққандай судан қуатты, күндерді кештім шуақты. Жарықтық жусан жұпарай, даламның демі сияқты. Тапқандай содан қуатты, күндерді кештім шуақты. Жарықтық жусан жұпарай, даламның демі сияқты.